Ну что, друзья мои, всем привет, с вами Некит, и сегодня мы продолжаем с вами играть на копиях Радмира. Сегодня копия, собственно, под названием, ребятки, Deluxe КРМП. На нем уже есть хороший онлайн на данном проекте, друзья, и проект славится тем, что на нем работает очень много классных систем, друзья. Пожалуйста, сразу поставь лайк под этим выпуском, напиши обязательно приятный комментарий, хорошенький, какой-нибудь интересненький, потому что самые прикольные комментарии попадают в выпуск. И сегодня попадает вот этот вот комментарий, друзья. Спасибо всем, кто вообще просто смотрит мой канал, вы самые лучшие на свете. И сегодня, собственно, друзья, проверим, с вами посмотрим. Сегодня будет ролик такой длинновастенький. Решил сделать подарочек, собственно, пацаненку, который заказал данный проект, данный ролик. Собственно, долго он думал, заказывать или не заказывать. Все-таки решил заказать, собственно, доверился мне. И я сделаю ролик без каких-либо проблем. Собственно, ребята, заводим наш гелендвагенский. Блё, вот это... Не-не-не, вот. Погоди, да. Блядь, это мне категорически не нравится вообще. Сегодня гелик, решил покататься на гелике. Сегодня, собственно, мы с вами посмотрим, друзья. Новый кейс, Велесова ночь. Донат меню, новое, кстати, на секундочку. Кстати, ребят, собственно, чтобы вы понимали, у нас есть... Давайте посмотрим. Вводим /mn. Промокод. Промокод trash. Он должен быть 100%. Давайте проверим. Пожалуйста, друзья, вы активировали промокод trash. После 2 часов игры на сервере вы получите деньги... 30 миллионов, друзья. Вот это, слушайте, это неплохо. 100 лямов, собственно, друзья, на данном проекте. Вот такой вот прикольный бонус. 100 миллионов, друзья. Это очень неплохой бонус, потому что я не сильно люблю, ребят, бонусники, где у нас, по 2 миллиарда. Вообще толку нет от этого абсолютно. Так, собственно, смотрите, ребят, дело все в чем. Дмитрий Касперский, собственно, создатель данного проекта. Пацаненок реально нормальный. Мы с ним, правда, кусанулись сперва, блядь. Так, ну да, блядь. А потом вроде помирили, все нормально, ребят. Ну, пацаненок реально нормальный. Смотрите, ребят, собственно, что я хотел бы вам показать, что хотел бы сделать. Сегодня, ребят, во-первых, давайте с вами первым делом выдадим себе какую-нибудь тачку, проверим винила. Во-первых, давайте проверим тюнинг на гелике, это тоже немаловажно, потому что на многих проектах, сколько я проверял, друзья, на многих проектах есть такая фишечка, друзья, что, собственно, не устанавливается тюнинг на гелик, или же он устанавливается, но потом он почему-то у нас по машине прыгает, друзья, туда-сюда катается, туда-сюда обратно, и это очень плохо. Так, мне выдали тачку Project One, сказали проверить, короче, винилки, всякую классную штукенцию, аж заехать. Так, /кей. Что, не заезжает? Нет, ребят, не могу. Давайте проверим, друзья, /GPS, собственно, первым делом. /GPS, давайте проверим, так, где у нас находится тюнинг. Общественные места, собственно, ребят, спасибо, кто заказывает видосики. Спасибо, кто заказывает, вы реально самые лучшие на свете, прям, салам алейкум. Руку пожал, прям, вы самые, прям, настоящие приколюхи. Так, смотрите, ребят, собственно, сейчас проверим чип-тюнинг, проверим, собственно, насколько у нас машинка тюнингуется, вообще, ставится ли стейджи, это немаловажно посмотреть, на самом деле, потому что проект хороший, на проекте неплохой онлайн, блядь, вот я опять забываю, где заезжать, друзья. Так, собственно, ребят, наконец нашел я заезд в тюнинг, блин, никак не мог найти, вот не люблю вот эти места. Так, быстренько подъезжаем. Так, заезжаем в AirBoost, хорошо. Ну что, собственно, ух, какие цены, боже ты мой. А цены-то, конечно, конячие, друзья, вообще жесткие. Цены конячие, просто неповторимые конячие цены. Так, ладно, сохраняем, собственно. Устанавливаем первый, второй, турбину давайте установим тоже. Ну, друзья, ну цены, конечно, просто конские. Просто, ассалам алейкум. А, стейджи, походу, собственно, стейджи, наверное, не работают, скорее всего. Так, мне выдали уже кейсов, друзья, для записи. Хорошо, сюда, в казну, неплохо. Так, подожди, по-моему, стейджи нихрена не работают, да? Я просто не знаю, на самом деле, сколько эта машина... Сама по себе работает или не работает, я фиг его знает, если честно, то есть как стейджи на нее влияет. Но пока, друзья, пока не вижу. Так, что у нас интересно там, собственно, по СТОхе? Давайте, ребят, проверим сразу кейсики. Но пока что стейджики, я не понимаю, работают или нет. Давайте первым делом /донат пропишем. Все, ребят, выдали мне, собственно, донатик. Давайте проверим /донат. Проверим номерочки, а смогу ли я установить, а вообще, ну, получится или нет. Покупка номеров для личного транспорта, друзья. Кастомский, конечно, делаем траш. Не, ну без этого никуда. Все, траш проверяем. Собственно, номерочки появились у меня. Вот они, пожалуйста. Использовать номера установились. Не, ну слушай, козырно. Как бы смотри, прям красота. Прям сочная красота, прям не въебаться. Так, хорошо, в принципе. Опа, это что такое? Давайте, ребят, попробуем сейчас еще раз подъехать. Если, конечно, собственно, не работает СТОшечка. Сейчас сервер быстренько нам перезагрузит, потому что сервер 2 дня уже без перезагрузки, друзья. Ну ничего страшного, как бы. В принципе, это не сильно так страшно, на самом-то деле. Так. Слушай, а музон-то подкачивает, да, нормально так? Так, ну попробуем на него напялить, почему бы и нет. Надеть. Так, шапка у нас как-то боком вообще, собственно, повернута, я не понимаю. Опа, вот так вот. Вот так вот. Слушай, а как-то она маленько как-то наклонена, ребят. Но все равно проверить как бы надо. Ну как бы без проверки-то вообще нельзя жить в этой жизни, в принципе. А чё, так нельзя наклонить? Ой, хоро... Не, ну все, ну это папа, это просто отец. Слушай, вот это неплохо, да?
Так, собственно, Getaway, где моя машинца? Четвертый. Мерседес, мой, друзья. Собственно, сейчас быстренько проверим, с вами номера сохранились-то, нет? Нет, ну, ребят, ну, это сду... О, кстати, стейджи, ребята! Ребята, стейджи работают, стейджи, мазафака, работают. Все, полетели, просто, let's go. По тормозам, конечно, тоже беда, блядь, ну ладно. Ребят, стейджи работают, все отлично. Это было здорово, установка их просто заняла мне просто до хера бабок. Ну, собственно, ребят, при промокодике некий траш, точнее, траш просто, получаете 30 лямов на счет, ребят, просто лично от меня, салам алейкум. Не, ну проект неплохой, 400 уже летим, так. Блин, ребят, не робит. Просто он, наверное, охерел, скажет, ебаха-муха. Собственно, ребят, смотрите. Он мне выдал еще кейсики, кстати, еще кейс мне повыдавал. А, это он другому выдал, это не мне. Собственно, ладно, ребят, в принципе, ладно, СТОшечка пока что-то у нас дает сбой. Чуть-чуть, совсем чутка прям дала сбой. СТОшечка, нифига мне пролагала. Вот это неплохо, у меня FPS до 40 еще просело, чуть, блядь, яйцо не снес. Так, собственно, попробуем купить домик. Я не знаю, собственно, ребят, много систем разных есть. Сейчас мы будем все сами их проверять. А ты, пожалуйста, влепи лайкос. Я не вижу нигде ворот вообще. Ворота, наверное, скорее всего, пока что в разработчике на каждом домике. Так, пожалуйста. Так, собственно, домик. Приобретаем домину. Вот такую домину мы с вами приобретаем. Просто сходу. Просто с двух ног залетели в хату. И вы сами понимаете. И приобрели нормальную доминку. Хорошо, красиво. Так, собственно, что еще, друзья? Что мы можем посмотреть? Во-первых, давайте сейчас я открою свой телефон. Новое донат-меню. Полная система промокодов. Полная система бонус-кодов. Full инвентарь. Уникальные винилы на каждое авто. Переписанная система коинсов. Декоинс. Кстати, декоинс. Угу. Покупка любого кейса, эксклюзивный авто. Не, ну слушай, красиво. Это хорошо, это прям сочно. Так, ну почему-то СТОшечка мне дала сбой, СТОшечка не работает. Что так? Собственно, ладно, ребят, проверим, посмотрим, что в принципе еще присутствует. Так, ну тюнинг мы проверили, кейсы, кстати, я так и не проверил вообще, выдаются ли машины или нет в кейсах. Так, и давайте проверим, собственно, так, кейсы. Угу. Мне выдали некоторых по 20 кейсов, некоторых по маленьку. Новогодняя шапка. Новогодняя шапка. Кейс Велесова ночь 2, кстати, тоже есть. Ох, нихера себе, блядь, открыл. Нихера себе открыл, блядь. Вы видели? Не, ну тайм-код можно, пожалуйста, в описании ролика. А, блядь, как я это открыл. Охренеть, мои... Вот он, кожа на лицо, друзья. А как вам такое, а? А как вам вот такое, друзья? Нет, друзья, ну это здорово, слушайте, кожа на лицо просто за секунду мне выпадает, я вообще балдею с ним. Ну-ка, ребятки, гляньте на этого персонажа, слушай, он просто огонь, бляха-муха. Не, ну отец, просто папка. Так, собственно, ладно, хорошо, ну слушайте, мне понравилось, я такого просто не ожидал, что сразу мне что-то золотое вообще выпадет. Бэшечка выпадает. Я, ребят, не знаю, СТОшечку пофиксит пока что или нет, но пока что СТОшечка что-то не работает. Собственно, сделали мы сами рестарт сервера, друзья, но почему-то СТОшечка не работает. Так, кейс. Еще одно кожаное лицо! Так, покемон забираем в казну. Так. Попробуем открыть вот так Велесову ночь, друзья, открываем кейс, и здесь выпадает нам Нео. Нео, естественно, продаю. Собственно, ребят, кейсики классная тема. Посмотрите, ну кейсики, как бы лаванду поднимаю просто вообще красиво. Франкенштейн, кстати, выпадает нам с вами, скин. А, вот и рюкзак. А вот и рюкзак открылся, пожалуйста. Давайте попробуем перенести вот этот скин сюда. Все. Как тебе такое, а? Нормально? Нет, друзья, ну это здорово. Все, то, что уже вот так вот работает. То, что уже работает все красиво, это уже сексуально. Собственно, блин, в принципе, так, что по заправочке, кстати, кто-то уже владеет, так, /i, пробуем вот так вот выдать бензинчика себе, отлично, слушайте, блядь, ну, ребят, мне нравится, только почему-то показывает, что машина у меня 0 литров, ну да ладно. Меня пытается найти, ко мне пытается телепортироваться, нет, ребят, не хочу, не надо, пожалуйста, не стоит вообще. Блядь, ну, слушайте, турбина вообще в салоне прям доставляет мне, прям хорошая. Собственно, ребят, промокодик не забываем вводить. Но, в принципе, слушайте, мне понравилось. Мне понравилось то, что устанавливается все, что вообще возможно. Бах, просто. Папа подъехал и поехал просто. Отец просто дал, почему машины забаганы. Пишут, почему магазины забаганы. Не понял. Так, вот это ведро еще маленько подвинем. Тут где-то магазин был, вот, сотовый салон, полетели. Валим на гелике. Отключено электричество, друзья, это проблемно. Слушайте, ребят, блядь, ну это, меня вообще удивляет просто с каждым разом данный проект. Блин, капец, рюкзак у меня слетел, ну да ладно. Собственно, ребят, будем потихонечку заканчивать. Я так понимаю, что без электричества в помещении мы, собственно, будем бегать вечно. Ну это да, это бывают такие проблемки.
решится, ребят. Собственно, проект мне очень понравился. Проект классный. Спасибо всем, кто был на ролике. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Все ссылочки на Deluxe KRMP, друзья, находятся в описании к этому выпуску. Заходи, скачивай. Я буду неоднократно играть на этом проекте, потому что он прикольный. Так что, друзья, спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.